свободе обетованной земли. Благодарим Тебя за то, что, приняв крестную смерть за нас, Твой Сын пил из чаши и крещения крестился, чтобы, умерев со Христом, мы совоскресли с Ним. Господи, ныне мы принесли Тебе этого младенца и молимся. Прими его через святое таинство крещения, чтобы он был очищен от первородного греха. Пошли Духа Твоего Святого и сотвори новое рождение. Введи Тимофея в общение Твоей Церкви, облеки его во Христа и возврати к вечной жизни. Через Иисуса Христа, Господа нашего. Вы принесли вашего сына в церковь, чтобы он был крещен. Сейчас вы должны перед Богом и этим приходом исповедовать христианскую веру, в которую были крещены вы, и будет крещен и Тимофей, и в которой вы обязуетесь воспитывать его. Веру Бога Отца Всемогущего, Творца неба и земли, и во Иисуса Христа, Единородного Сына Божия, Господа нашего, зачатого от Духа Святого, рожденного от Марии Девы, страдавшего при Понтии Пилате, распятого, умершего и погребенного, сошедшего в ад, воскресшего в третий день из мертвых, вознесшегося на небеса и сидящего одесную Бога, всемогущего Отца, откуда Он придет судить живых и мертвых. Верую в Духа Святого, в единую святую христианскую церковь, в общение святых, в отпущение грехов, воскресение плоти и жизнь вечную. Аминь. Это вера Церкви. Это наша вера. Мы веруем в единого Бога, Отца и Сына и Святого Духа. Итак, по повелению и обетованию Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа, да будешь крещен и будешь. Тимофей, я крещу тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Господь принял тебя, всемогущий Бог, возродивший тебя от воды Духа и простивший тебе все твои грехи, да благословит тебя, да сохранит тебя и да пребудет с тобой во все дни твои, отныне и во веки. Аминь. Прошу вас всех, свидетелей этого крещения, молиться и заботиться о Тимофее, чтобы он возрастал в христианском учении и через Божие Слово и таинство Церкви достиг жизни вечной. Помолимся и поблагодарим Господа нашего. Наш всемогущий Отец Небесный, благодарим Тебя за то, что в этом крещении Тимофей получил новое рождение, был принят Тобой и введен в общение Твоей Церкви. Молим Тебя. Даруй, чтобы он возрастал в вере, в которую был крещен, чтобы и сам исповедовал эту веру перед церковью и перед миром. Пошли ангелов твоих охранить, охранять его на всех его путях, сохрани его от болезни и несчастья, от всего, что могло бы повредить ему. Просим тебя и за родителей Тимофея, даруй им духа мудрости и любви, чтобы знали, как должны воспитывать их сына, и чтобы в их доме всегда пребывали мир. Не оставляй милости Твоей и каждого из нас, и храни нас всех в твердой вере, чтобы со всеми святыми мы удостоились войти в вечное Царство Иисуса Христа, Господа.